Короче, слухи. Телеведущая поделилась с подписчиками душераздирающей историей. Она попросила поклонников поделиться своим мнением по поводу ситуации. По словам знаменитости, после 30 лет брака одна из ее знакомых осталась у разбитого корыта. Дама жила на полном обеспечении мужа и не работала, поскольку тот запрещал это делать. Она никогда ни в чем не нуждалась, а иногда даже не знала, куда потратить деньги. Но в какой-то момент все изменилось. При каждой ссоре супруг упрекал ее в том, что она не трудоустроена. Так продолжалось до тех пор, пока он не нашел себе молодую красотку и не выставил жену за дверь. С собой она унесла пару чемоданов одежды и собачку. А за все эти годы заслужила только месяц оплаченной съемной квартиры в Москве, посетовала Ханга. Телеведущая нашла выход из ситуации. Если супруг ведет себя подобным образом, стоит сразу же оговорить с ним ежемесячное пособие за поддержание уюта в доме. Либо все-таки устроиться на работу, вопреки желанию мужа, но быть готовой к разрыву отношений. Любите свою жизнь и подписывайтесь.